What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? Wave, hey, when up she rising. Wave, hey, when up she rising. Wave, hey, when up she rising. All in the morning. Вот так вот бодро и весело мы начинаем наше сегодняшнее утро. Знакомимся с нашими гостями и обсуждаем шоу «Моря и берега» при участии двух коллективов. Группы Street Fiddlers и школы ирландского и исторического танца «Медиваль». Собственно, представляет школу у нас Мария Кожемякина, вице-чемпионка мира по спортивным ирландским танцам и руководитель школы, а также музыканты группы Street Fiddlers Сергей Темников, Александр Черемисов и Екатерина Черемисова. Здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте, просто, судя по хорошему запалу, такому нормальному, бодрому, мощному, будет настоящее шоу. А то рассказывайте, делитесь. Я так понимаю, и морское шоу такое. А есть микрофончик у вас? У вас же есть микрофончик. Он два приводит. Да, действительно, главное событие мая музыкальное, мы считаем, у нас впереди. 26 мая в Государственном концертном зале имени Катца состоится шоу «Мария берега». Это буквально через несколько часов. Да. То есть у вас еще есть время осмыслить, что вас ждет впереди. Впереди очень много интересного и вкусного. 60 человек-артистов на сцене, это танцоры. Историческая часть медиваля, ирландская часть медиваля, дети, юные юнги, музыканты, большое количество, танцы, песни и, конечно же, брызги волн, корабли, спасательные круги, пираты. Все это будет у нас сегодня вечером. Это очень круто, конечно, но хотелось бы поподробнее. Итак, о чем будет шоу, спектакль, представление, ну и театр, наверное, все в одном. Что это будет за история? Да, действительно, это все в одном. Дело в том, что запланированная идея была несколько лет назад, придумана по поводу песен шанти. Это ирландские, английские песни моряков, которые они пели для того, чтобы структурировать свою работу на парусных судах. То есть работа, отдых, психологическая разгрузка на корабле требовала, ну, какой-то художественной составляющей. И моряки придумали такие песни. То есть специальные песни на подъем якоря, на постановку парусов. Либо отдых вечерний сопровождался с определенными песнями. Они уже стали традиционные, и их поют различные группы, которые именно специализируются на песнях шанти, на морских песнях. Также, если было недовольство какое-то в отношении капитана либо офицеров, моряки тоже придумывали песни, да, чтобы и сильно не влетело, и мне там тихонечко там подмурлыкают, вот капитан там такой-то-то-то. В форме песни и наказание тем самым избегали. А, то есть как бы и критику высказали, да, и повеселили немножко. Выпустили пар, да, да. Это огромный художественный пласт, поэтому, естественно, мы и медиваль, и стритфиллис обратили на это внимание, и получилось замечательное шоу, которое будет буквально сегодня вечером, уже скоро. Угу. А как будет происходить действие? Будут сидеть музыканты с одной стороны сцены, с другой стороны танцоры, и все это будет сливаться? Или... Музыканты сидят всегда на сцене. Всегда на сцене, отлично. Музыка всегда в шоу. Это музыкальное шоу с использованием танцев совершенно различных стилей. Мы начнем с шумной толпы в порту. Будут ходить горожане, праздно одетые. Ладно, все, рассказывать не буду. Это нет, пусть будет немножко спойлеров. Здесь, соответственно, будет тоже те же самые шанти, да, песни? Конечно. Только береговые это получается еще пока. Да, провожают корабль, провожают моряков. Они тоже поют, прощаются с людьми. Немножко гимнов. Да. Гимн Ливерпуля. Особый ритм, специальный для провожания. Грустный особо или что это? Ну, как провожали под марш. Ну, провожали и торжественно, и прощались с любимыми. Поэтому будет и то, и другое. И поплакать можно. Вот честно, не хочется разговаривать. И ребятишки потанцуют. А, даже так, не хочется, если честно, разговариваться. Хочется смотреть. Смотреть, потому что заряд был хорош. Давайте сделаем небольшую паузу, подготовимся, посмотрим новости. А потом продолжим наше небольшое шоу вот практически в эфире. Ух!
Вроде было действительно очень круто. Возвращаемся обратно, говорим о шоу «Моря и берега». У нас в студии коллектив, музыкальный коллектив Street Fiddlers и представительница школы ирландского исторического танца «Медиваль». Ребят, что это было? Что это был за батл, да? Это батл был? Да, это был батл. На каждом корабле, на каждом парусном корабле во времена отсутствия магнитофонов обязательно какой-нибудь моряк умел играть на скрипке, на гармошке, на дудке, на чем-нибудь. Вот я такой фидлер. Да, я такой капитан. Ну, не знаю, капитан, не позволяет себе скажи, такие... Наверное, сейчас да. Все моряки дальнего плавания сидят и грустят, думают, блин... Почему на нашем корабле этого нет? На самом деле, мне кажется, в команду специально набирали моряков, которые умели играть на каких-то инструментах, потому что как бы отдельно держать музыкантов, ну... Накладно. Универсальность. Если честно, рассказать, почему не играли на всем? Почему? Потому что в море на дальних переходах делать нечего. Ты бесконечно штопаешь паруса. Еще много свободного времени. Почему вы думаете, корабли постоянно чистили, мыли, драили, чтобы занять моряков? Чтобы у них было чем заняться. Это если шторма нет или пиратов. Иначе... Штормы бывают не так часто, как нам это рассказывают в фильмах и в книгах. Иначе в головах будут мысли какие-то рождаться у моряков. Да, мысли это неправильно. Это, конечно, маловероятно, но вдруг я попаду когда-нибудь на корабль, и мне нужно будет танцевать. Можно мне пару движений каких-нибудь? Пойдем покажу. Чтобы что-нибудь сделать. Выходим? Легко. Туда, да. Отлично, так, иду. Встаю, выхожу. Так, стульчик убираем. Поддерживаем. Конечно. Сейчас я буду пробовать. Вновь прибывших в ирландскую когорту. Вот так вот, да. Ножки крестиком. Это левая или правая? Левая. Так, отлично. Так. Прыгай. Угу. 4, 5, 6. Носочками? Носочками, да, на пачку. Так, готов? И раз. 2, 3, 4, 5, 6. Опа. Теперь ножки меняются. О, раз, два, три. Так, а руки-то куда? Я чуть не понял. Кулаки собираешь. Кулаки. На заднюю линию бедра закладываешь, вот эти места прижимаешь. Спинку прямо. Может, связать? Ноги не подглядываешь. Ноги не подглядывают, так. Два вместе. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5. Отлично! Круто! И... Так, молодцы! Ну это попозже уже. С этим я ничего не смогу сделать пока. Но это самое шикарное движение, вот как мне кажется лично. А с танцами, я так понимаю, тоже особенная своя история будет во время шоу. Потому что каждый из танцев тоже и каждый из стилей должен что-то обозначать. То есть обозначать. У нас каждым танцевальным стилем обозначается какая-то, не знаю, не побоюсь этого слова, социальная группа населения. Да. Танцоры ирландского танца в жесткой мягкой обуви это моряки, которые плывут на корабле. Танцоры, которые танцуют исторические танцы, в начале представления это танцы 18 века, в конце представления это танцы 20-х годов 20 века. Вот. Это публика, это население, это люди, которые провожают и встречают. Причем разных национальностей. Да, разных национальностей. Шотландские танцы, бритонские танцы. Дети, это дети, они всегда дети. Дети всегда подражают взрослым. Они хотят танцевать как взрослые, как моряки. Наши они юнги танцуют, молодцы, да. Ирландские они танцы, танцуют, они тоже да, дети, они вот тоже. Эти малявки маленькие, потому вот в этих жестких ботиночках танцуют, издают звук, умеют это делать. Они учатся этому не первый год, они очень стараются. То есть дети это... Сейчас все у экрана такие ми-ми-ми. Матросы, я думаю, мы забыли сказать о главном, что... О пиратах. О них тоже. То, что вы сегодня увидите буквально через несколько часов, на самом деле продуманная сюжетная линия. Это своего рода путешествие из Ливерпуля в порт Нью-Йорк и обратно. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть пожар на борту, пираты. Там в порту Нью-Йорка моряки уходят на берег. И да, мы любим по пабам ходить. Гуляют. И тут девушки из порта Нью-Йорка там начинают с ними тоже как-то взаимодействовать, знакомиться. В итоге моряки... И что же делать с пьяным матросом? Без денег возвращаются, да, обратно на судно. Утром просыпается, что нам делать с пьяным матросом. Ну, было такое дело. Грог никто не отменял в те времена, в 18 веке. Ну, что делать с пьяным матросом? Ну, побрить ему пузо ржавой бритвы, там, бросить его в шлюпку,
что он там немножечко пришел в себя. И вот такие вот вещи, да-да-да, социальные, бытовые, морские. Бросать будем, да, сегодня вечером. Да, сегодня, да, вечером. Возвращается обратно, тоскует по родине, очень сильно тоскует. Дома остались там любимые, дети, семьи, все хотят вернуться, поют песни на эту тему. Потому что хорошего матраса в пиратов, который раз уже говорим, что с пиратами-то происходит. Атлантический океан. Конечно, они там шныряли. Там в Карибском море пираты, да, конечно, захватывали, и там у них были абордажные команды. У нас будет целый хор пиратов. Да, кстати, да, у нас будет целый хор пиратов. Кто это? Это все тоже коллектив, да? Все так же? Ну, скажем так, это наши люди из Новосибирска, которые давно этим промышляют. Ага. На самом деле, это специальный хор пиратов, который, в принципе, специализируется только на хоре пиратов и поет только пиратские хоровые песни. Про йо-хо-хо. Это очень модно. Йо-хо-хо, кстати, будет on the Battle of Rum, естественно. Это, кстати, есть мысль, что 15 человек на сундук мертвеца, это как бы обозначается каюта капитана. На самом деле там было все очень батально и, ну, понятно, пираты занимались пиратством. Но от них отбились. В принципе, все вернулись домой. Да, чтобы попасть в пожар, отбились. И в Ливерпуле также встретили друзья, знакомые, родные и близкие. В принципе, все закончилось благополучно, но есть еще один важный момент. Эра парусных судов заканчивалась. И мы переходили на дизельные, на железные суда. Да. И уже вот эта работа интересная, морская, с песнями, она как-то вот немножечко отходила на второй план. И поэтому была такая вот ностальгия. Настроение прекрасное. Мы обсуждали шоу «Моря и берега». И у нас в гостях были представители шоу, музыканты группы Street Fiddler, Сергей Темников, Александр Черемисов, Екатерина Черемисова. И также танцевальная часть шоу Мария Кожемякина, вице-чемпион мира по спортивным ирландским танцам и руководитель школы ирландского и исторического танца «Медиваль». Не исторического? Не исторического, только ирландского. Только ирландского танца «Медиваль». Ну что, все, я закончил, танцуют все, поехали! Что делаем? Я уже с руками прошел.